Зауралье примет участие в конкурсном отборе Минспорта страны на получение средств из федерального бюджета на реконструкцию спортивных сооружений. Об этом на заседании областного правительства проинформировала заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Наталья Панасенко. В случае положительного решения в регион в 2016 году поступят средства в размере 70 миллионов рублей, которые будут направлены на реконструкцию стадиона «Центральный» в Кургане. О результатах конкурса станет известно в ноябре этого года. Кроме этого, в Курганскую область поступят субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – около 65 миллионов рублей. 28 миллионов из них будет направлено из Дорожного фонда региона. В рамках соглашения планируют построить более 7 километров автодорог. Первый объект – участок Парадкуль-Язовка в Долматовском районе, второй – подъезд к селу Дудино в Целинном. Стоит отметить, что в прошлом году из федерального бюджета поступило 43 миллиона рублей. Построено около 4 километров дорог, соединено два населенных пункта с численностью населения более 400 человек.